Вырывать не надо у меня из рук лист, под которым я расписываюсь. Махмуджан, зачем? Я снимаю уголовное дело, материал уголовного дела. Здесь обнаружено отсутствие даты под постановлением о приостановлении производства по уголовному делу в отношении Тайлыбека Аймана Айдарбек КЗ от якобы 16 апреля 2014 года. Отсутствует дата под росписью прокурора района Сарыарка города Астана, советника юстиции Серикбаева ЕТ. Дата отсутствует. Все это происходит в присутствии секретаря судебного заседания Рахымжанова. Правильно? Да, правильно. Вот смотрите, расписка вы мне даете, я такой-то, такой-то ознакомился. Угу. Вы сфотографировали, все зафиксировали. Ну, зачем вырывать у меня из рук расписку? Потом я пишу. Вы в своем ходатайствуете, говорите, я такой-то, такой-то перед судьей ознакомился с материалом уголовного дела и обнаружил. И уже, когда исследование материалов происходит, да, угу. Например, исследование материалов, то же самое, судом исследуется все, каждый документ. Все, тогда вы задаете вопрос, почему такого-такого числа, там, как вы говорите, выявили какие-то ошибки. А расписка Хорошо. Дается для того, чтобы просто я ознакомился, а уже дальнейшие ваши действия проходят на суде. Я знаю, все прекрасно. Что мне делать, я знаю. Я здесь напишу расписку, я же не говорю, что все, я не ознакомился. Хорошо, ага. Да, только зачем надо было вырывать у меня из рук расписку? А? Рахымжан. Вот в чем вся проблема, Рахымжан. Ну вот опять начинает отворачиваться. Эх. Обнаружено. Так, пишем здесь, уважаемые зрители. Обнаружено отсутствие. Отсутствие чего? Дата отсутствует. Отсутствует дата. Под росписью. Под росписью прокурора. А разве здесь не та дата стоит? Вообще? Он здесь сам должен дату поставить. Когда он ставил? Он что, сразу же рядом сидит с Байсеитовой и ставит дату под ней? Тут же. Или он с ней в кабинете вместе работает, Серикбаев вместе с Байсеитовой. Где он там? Где она там? Управление дознания. Прокурор района Сарыарка? Прокурор Сарыарка? Города Астаны. Советника юстиции. Юстиции Серикбаева ЕТ. ЕТ. Так. Я, адвокат Азанов, был ознакомлен с материалами дела в отношении Тайлыбека Аймана Айдарбек КЗ при использовании фотоаппарата марки Canon PowerShot A3120IS, начиная с 18 часов 11 минут 11 июля 2014 года до 18 часов 35 минут 11 июля 2014 года в здании Сорокинского района суда номер 2 города Астаны по улице Победы 15А. Города, в городе Астане, где на листе уголовного дела в отношении Тайлыбека А, номер 25, лист номер дела 25 уголовного дела, обнаружено отсутствие даты под росписью прокурора, даты района города Астана, советник юстиции. Такс. Серикбаева ЕТ. Дата отсутствует. Такс. Дальше. Секретарь.
Сколько у нас время? 18 часов. Время на сколько здесь? 18 часов 9 минут. Так-с, вот я расписываюсь, снимаю свою расписку. Клочок бумаги оторван, вырывал не я. У вас как зовут? Представьтесь, пожалуйста. Любека Айман Айдарбековна.